Профессиональная ориентация молодежи как залог успешного отбора кандидатов на обучение в престижные вузы. Одной из таких профессий является работа следователя. Узнать о нюансах правового дела решили около сотни старшеклассников школ города над Бугом, которых пригласили в областную библиотеку имени Горького, представители управления Следственного комитета по Брестской области. Разговор серьезный и обстоятельный. Состоялся в рамках Дня специалиста «Профессия следователь». Мы всегда придумываем что-то новое для ребят. Конечно, это будет новое, интересные факты, новые интересные примеры из следственной практики и жизни нашего управления Следственного комитета по Брестской области и наших территориальных подразделений. Будет рассказ о том, как себя обезопасить от угроз и вызовов в современной жизни. Ну и, конечно же, будет душевная беседа о дальнейшей жизни. Первым этапом мероприятия стала, конечно же, теоретическая часть в актовом зале, где ребятам рассказали о работе следователей, что она в себя включает, куда нужно поступить, чтобы стать тем, кто пытается достучаться до сути. Обучаются будущие следователи на следственно-экспертном факультете Академии МВД. В учебном арсенале большое количество приборов, у каждого свое предназначение. Это те криминалистические средства, которыми обладают подразделения Следственного комитета и которыми каждый следователь пользуется в своей ежедневной деятельности. То есть мы продемонстрируем, какие у нас есть технические средства и для чего они используются и как работают. Ребята согласились с тем, что работа следователя не только сложная и ответственная, но, безусловно, еще интересная и престижная. Возможно, кто-то из них после встречи серьезно задумался и выберет в дальнейшем для себя именно эту профессию. Это очень интересное мероприятие, которая разовьет не только мой кругозор, но и кругозор моих одноклассников. Мне нравится данное мероприятие. Я считаю, что оно довольно важно для подростков моего возраста, для того, чтобы определиться в будущем со своей профессией, чтобы узнать больше о разных направлениях и выбрать свое, которое больше нравится. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.